А она скоро отсюда свалит. Все девчонки так говорят. Нет. Она не как все. А тачек Сав, правда отсосала вам обоим? Я грешен, Джеймс. Завтра пойдем в церковь. Эй! Я видел, ты говорила в баре с папой и доком. Откуда ты знаешь его? Ты про Кларенса? Он учился в частной школе Кранбрукс, ее брат. Может, потанцуем? Винг задолбал. Корчит из себя воротилу бизнеса и тебя сбивает с толку. Хоть запишем бесплатно демо. За халяву задницы расплачиваются. Три из третьего — это настоящее, а Винг фуфло гонит. Получается, муниципалитету дела нет до интересов граждан. Не понимаю, почему молчит пресса. Рано или поздно это случится снова, а властям хоть бы что. О чем это он говорит? О заброшенных домах, где насилуют девочек. Заброшенные дома — бич города. Это источник повышенной опасности. В пригороде такое невозможно. Там могла быть Лилия. Бензинчиком порухляйте, хорошенько полей, ад займется. Ну и вонь, блин, жуть как вонь. А я что говорил? Вот так вот. Классический источник угрозы. Эй, Рок! Давай, Рок! Поджигай! Сейчас, Чеддер! Куда ты делся теперь? У тебя есть толстяк? Диджей, где зажигалка? Я давно вернул ее. Есть огонь! Подожди, это что? Стой! Черт! Валим отсюда! Да, уходи! Эй, охренели! Уходим отсюда, живо! Беги, Чеда! Это почти красиво. В детстве я мечтал жить в таком вот доме. Ну, только в новом. А ты живешь с предками? Я решила удрать от родичей. Как 17 стукнуло. А что ты? То же самое. Повеселились и хватит! Можно сваливать! Точно! Хорошенького пути. Будешь диск записывать? Давайте по домам! Я бы хотела послушать. Любишь погорячее? Да ладно! У тебя выйдет. Я чувствую, выйдет. Все, парни, уходим! Пока. Пока. Чеддер, рвет когти!